погребение на кладбище, деревня Кулаково, Чеховский район, на кладбище два щенка. У одного из щенков сломана лапа. Мы едем их забирать. Так, вот мы подъезжаем к кладбищу. Кулаковское кладбище. Через 300 метров поверните направо, а затем крутой поворот направо. Сейчас мы доедем до главного входа. Кладбище. Где-то здесь щенки. Будем искать. Нам удалось поймать одну. Как раз таки с лапой. Ой, ты мой хороший. А где лапа? Какая лапа? Вот, видишь? Вот это? Да. А, да, опухшая лапа. Угу. Вот прям опухшая лапа. Зайка моя, как ты умудрилась лапу сломать? Скажи мне, пожалуйста. Сломали. Девочка, мальчик? Девочка, да, девочка. Ну, малыш. Все. Доброго здоровья, друзья. Да, вновь нам позвонили и вновь мы помчались. Ребенка удалось забрать. Второй малыш убежал, но мы его не оставим. Мы продолжим его поиски и защиту. Мы обязательно заберем второго малыша также к нам. По поводу малышки с поломанной лапкой. Назвали ее Бара, и в ночь она уехала в клинику к Баркову. Малышку осмотрели, сделали снимки. Ребята, перелом подтвердился. Ребенок был напуганный там, среди снегов, среди могил. А здесь он позволил и гладить себя, и осмотр сделать. Девочка, назвали Бара. Ребят, сейчас в преддверии женского дня международного мы хотели бы вас спросить, а ведь у нас тоже девочки в приюте. И может быть кто-то из вас, улыбнувшись, подарит нам небольшой подарок для бездомных леди приюта «Лохматая душа». Причем подарок у нас для всех может быть одинаковым. Это корм, это оплата операции. Так как у нас два бича, которые бьют по приюту с бешеной силой. Нехватка корма и операции в долг. К тому же, друзья, у нас подросли малыши и необходимы новые стерилизации. Надежда только на вас, мои хорошие. И я прошу вас, Бару осмотрели, оказали первую помощь. Сейчас до 9 числа она будет приходить в себя, и 9 назначена операция. Ребята, очень хотелось бы оплатить эту операцию сразу, а не в долг. Мои хорошие, дружба – это то, что помогает выжить приюту. Я всегда надеялась на вас и надеюсь. И от имени всех ушастых благодарю вас за дружбу. За настоящую дружбу, что длится также годами, и вы не бросаете нас. Сейчас очень тяжелое время. Очень. И я желаю всем только добра и мира. Вот она, красавица, поступила к нам сегодня. У нее перелом лучевой и локтевой кости. Операция назначена на 9 марта. Лохматые леди, лохматые души, с надеждой ожидают подарки к Международному женскому дню. А собаки – это отдельный народ, и они подходят к нам. Люблю вас, люди, и благодарю за то, что вы с нами. От всего сердца, от всей лохматой души.